Как? Ночная покатушка. Поставил себе фару. Пока что ее не включаю. Сейчас включу. На шлеме находится. Поставил, потому что когда делаешь вилли, свет уходит в небо и ничего не видно, куда едешь. Вот. Вот, света нет, я не вижу, куда еду, грубо говоря. Сейчас включу фару. Фара, в принципе, нормально, можно даже чуть повыше. Тут пока что свет еще есть на улице, видно неплохо. Вот. Как заедешь в лес, там фонарей нету. И, соответственно, беда-беда. Даже не знаю, как долго продержится эта фара. Надо ее повыше сделать. Чутка. Благо она регулируется. Теперь можно нормально на ходах прохватить. Что-то фара один хуй светит слишком низко. Так, извиняюсь за мой английский. О, так получше. Я жарю на 15, ой, вру, на 12 киловаттах. О, нормально. Как же рыхло-то. Все равно низко. Хоть убей. Надо еще выше. Главное, чтобы не отвалилась вся конструкция. О.
Хорошо тепло оделся. Да, 12 киловатт. Это бодряще. Меня сдувает ветром, охереть! Вот это скорость или ветер дует, не пойму. Зато меня издалека видно с таким фонарем-то. Бодряще скорость на 12 киловаттах. Охренеть, вот я уже за пару минут доехал до Севастопольского проспекта. Интересно посмотреть, сколько сожрало АКБ на 12 киловаттах. процентов, 11% съела. Так, а, кстати, погода. Сколько градусов? Блин, холодно, пальцы мерзнут. Минус 3, как минус 8. Так. Фонарь еще светит. Это у меня не самый яркий стоит. Чтобы людей не слепить. Вот могу попробовать режимчики. Сейчас. Вот этот самый тухлый, это моргающий, а вот самый яркий. Ну, мне второй подходит. Ротики возникают, сюда можно ушататься, казалось бы. Или там попробовать проехать. Вот здесь вот, только в обратную сторону. Вот когда можно кататься, когда людей нет. Хотя вот сидят. Так, ну что тут, можно ехать? А, блядь, тут лыжня. Не, ну тут та, как бы тропинка, да? Лыжня-то она понятная, что ее накатали. Тут главное попасть прям по лыжне. В смысле, не в бок, иначе можно зарыться,
Грунт рыхлый, очень. Нифига там дырка какая-то. Не то, чтобы надо дать остыть мотору. Так, но надо немного сменить траекторию и поездить, где действительно темно. Блять, ветки еще торчат. В смысле, тут тропинка. Я вот специально сбыхал, чтобы никого не увидеть и никому не мешать. Я говорю, специально ночью катаюсь, чтобы никого не беспокоить. Ну это так, велосипед, если честно, электрический. Читаем правила дорожного движения. Велосипед, транспортные средства, приводимые, там, не важно чем. Соответственно, это транспортное средство здесь запрещено. В лесу? На велосипеде нельзя? Особо охраняемые природные территории. Пункт, по-моему... А вы всем говорите, кто на велике катается, вот да, это? Да. Не знаю, можно мне... Можно вызвать полицию, штраф 5 тысяч. Да ладно. Я мимо них проезжал, мне никто ни слова не сказал, который на лошадях, ну, товарищ. Есть, скажем так, вот это бы, если бы в нормальной загнивающей стране бы произошло, уже бы квартиру продавали и почку. А можно я вас объеду, если вы не против? Ну там я не проеду. Понятно. Вот такие вот персонажи ночью встречаются. Никто не знает, что у него там под пальто. Топорик, ножик или еще что-то. Поэтому, да, лучше таких послушать, выслушать и поехать в другую сторону. Все-таки ночь. Маньяков в лесу биться очень много. Поэтому, ну его нахер. Оказывается, на велосипеде даже кататься нельзя. Здесь вот это поворот. Не то, что на моем электрическом драндулете. Я в шоке.
Куда я еду? Куда-то еду. А, тут, кстати, кто-то вон ездит тоже, я вижу следы от покрышек. Ну, нам явно вот сюда вот. Блять, ходят люди ночью, пиздец, я в шоке. Че им дома не сидится? Каждым разом все блять, нихуя тут яма. Интереснее и интереснее персонажи попадаются ночью. Они как я. Только ночью выползают из своего убежища. Куда это я приехал? Какой-то забор. А, я походу понял. Нихера себе. Я круголя дал. Вот трамплин. Здесь я уже сегодня катался. Но было потеплее. Снег был определенно мягче. И более липкий. Сейчас он затвердел. Стало поинтереснее. Да, с фонарем прикольно так кататься. Бля, слизывает в повороте, прикол. Рука забилась, охренеть. Так, фонарь светит, камера, наверное, еще снимает.
интересные виражи. Даже на шипах меня немного носит, поэтому особо-то ты тут не откроешься. Какой-то держак такой не очень сомнительный, в общем. Мне кажется, это еще вот это мой след остался. Я сегодня катался тут. Бодряще наваливает, меня чуть ли не ветром сдувает. Куда это я? А, понял. Да, было бы чуть-чуть, если лучше рассеянный, было бы поинтереснее. Бля, 80 точно еду. Ох, ебать. Вот эту скорость я ебу. Охренеть. Купец продувает. Это такое мероприятие опасное и сложное. Сколько сил расходуется на концентрацию. Воу. Так, сейчас посмотрим, кстати, что там по расходу. И сколько я катаюсь. Интересно. Так, 27 минут, пишет трекер. 60% можно ехать домой. А сколько проехал? 14 километров. Во всю бирку, можно сказать. В принципе, неплохо на 12 киловаттах. Но собаки, желтые глаза. Так. И
теперь в обраточку. Так, проверю, камера пишет. Камера пишет, все в порядке. Едем в обратную сторону. Вот когда надо тестировать, сколько киловатт выдает. Правда, ничего не видно, зато можно газ открывать. Да, до бесконечности его тоже открывать как-то не очень страшно прям. Носит. Мопед-то легкий, а мощности много. Пипец меня потрясывает. Ой-ой-ой, вот это скорость. Токовые тормоза вполне себе справляются с такими задачами. Немного эндура, как говорится, в хату. Кто не понял, там была ступенька. Так, поедем обратно по широкой дороге. Вот мой след. Что придумывать, велосипед? Так, сейчас прямо, а потом где-то направо вроде, да? Ой, это да. Где-то тут направо поворот, нет, вот он. Да, нам. Как быстро. Подборка так вообще пипец. Так, тормоза, тормоза. Тормоза в порядке. Есть. Ой-ой-ой, чё ж так дует сильно?
капец, заднее колесо сносит на шипах, я в шоке. Что за грунт такой нестабильный? Ух, ебать, нихуя. Чуть переднее не слезал. Эту фару можно выключить. Пэмс. А, не, это третий режим. Оп, вот так выключено. Так, ну думаю, процентов 40, наверное, осталось при таком катании с ручкой во всю дырочку. Пипец, а, непривычно со светом ехать, как будто его нет. Я самый яркий. О, что-то тут тухловато. Я думал, он ярче. Где-то я тут заезжал. Вот оно. Когда бросаешь вилку, переднее колесо, подвеска отпружинивает и тэм, подпрыгивает. Этот момент надо ловить, фиксить, иначе может размотать. Хотя вот тут вроде нормально светит. Видимо, как-то влияет само освещение фонарей. Так, выключу. Да, действительно, с этой фары ни хрена не видно. Не, ну как, если бы ее совсем не было, было бы вообще печально. В общем, можно так нормально прохватить вечерком. Сейчас посмотрим, сколько осталось. Масочку сниму. Так, 38 минут катался. ТН-43, я почти угадал, 58, нормально. В общем, видно, видно, не видно. Так, что тут статистика G, 74 максимальная скорость,
стоп, по-моему, прикольно.